Ой-ой-ой-ой. Там что такое? Всем привет! 1 мая. Сегодня будет рыбалочка на боковой кивок. Нахожусь на речке Южный Бух. Погодка просто класс. Ветра нет. Сегодня обещают плюс 20. Наконец-то к нам пришло тепло. Продолжаю тестировать самодельный боковой кивок из упаковочной ленты. Приставил удочку там, где я примерно хочу рыбачить, и закармливаю 20-30 сантиметров, не доходя до кивочка. Так, 3 шарика стартового закорма. И немного сыпухи. Запах быстрее пошел. Ого. Я нашел клад. Потратив всего 10 минут времени, есть мешочек мусора. Не спеша опускаю мормышку на дно и жду. Нет поклевки, легонько приподнимаю и перемещаю. И так ступеньками. О, тут выше. Тут камушек. Тут тоже камушек, и тут ямка. Так, подыграю на месте. Поклевка, поклевка. Поклевка. Есть. Вот и первый карасик. Так, леска у меня 0,1, так что без резких движений. Ух, такой карасик. Время разложить садок.
И второй пошел. Такой же, в один-один. Ух, какой буйный. Классные эти мурмышки, которые в Алиэкспрессе покупал. Мурмышка 1 грамм, вольфрам. Намного дешевле, чем в наших магазинах. В раза в два. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Ха-ха, попался. Класс, карасик. Меня даже не смущает, что под ногами вот такая квашня. С таким клевом это ерунда. И с такой погодой. Хочу по бережку пройтись, проверить, подходит ли карасик к камышу уже. Должен уже. По бережку прошелся, тишина. Возвращаюсь на закормленное место. Поклевка. Есть. Иди сюда, карасик. Кстати, ребята, в двух словах об этой удочке с Алиэкспресса 7-метровки. Сейчас покажу ее фишку. Она, конечно, бюджетная, сделана не из очень легкого карбона, но к ней в комплекте идут два таких кончика, так, наверное, правильно назвать. Они сделаны из цельного карбона, и они могут сделать так. То есть ее сломать почти нереально, как простую карбоновую удочку. Вроде правильно она называется из тайванской удочки. Так что она позволяет справляться с рывками даже при самой тонкой леске. Я ловлю на флюорокарбон 0,12. В прошлую рыбалку даже попадались карасики по 550 грамм. И все держало отлично.
сразу поклевка. Даже 5 минут не прошло. О, тут уже карасик получше. Вот тебе и боковой кивочек с мормышкой. Этот карасик уже получше будет, побольше. Ух, куда? Куда? Что ж такое, а? Буйный карась. Хорош карасик. Следы сети. Ах, это сеточники. Везде их море. У нас уже 2 года как электроудочники тут электроудочников развелось. Вот это беда. Сеточники-то такое. Есть. Сразу, раз за разом поклевки. Капец. Как раз торпеда. Смотрите, что творит, а. Капец. Как щука. Да, карасик уже начал брать покрупнее. Ух, вот такие карасики. У меня ладошка и так большая, если так поставить. Сейчас, в принципе, взвешу, сколько такой карасик. Ну, думаю, грамм 250-300. Вот 255 грамм. Если так дальше пойдет, то уже скоро полкилограммовые пойдут. А там дальше килограммовые. Есть такой карась. Выскочил. Красиво приподнял кивочек. Карасик кушинку завел. Так, леска у меня там тоненькая. Форсировать нельзя. Попробую я в сапогах в воду залезть. Не знаю, глубоко нет. Сейчас узнаю. Ух, зацепился за кубышку. Раньше говорил кувшинка, оказывается, это кубышка. О, вышел. Иди сюда. Куда повел?
Классный карасик. Просто шикарный. Вот что называется, задобрил реку. Клёв раз за разом. Карасик буйный, а? Крупненький. Этот вроде самый крупный за сегодня. Дождик пошел. Ой-ой-ой. Там что такое? Так, это уже крупнячок подошел. Не оборвало леску, а? Да вроде нет, не крупный. Такой буйный карасик, ничего себе. Вот сильный, а? Ну, рыба на реке с течением всегда сильная. Ой, а что с тобой, карасик? Его кто-то кусал, грязь. Ладно. Иди выздоравливай. Это вообще не сопротивляется. О, пошла жара. Он не понял, походу, что случилось. Классный карасик сегодня прям радует поклевочками. Сегодня прям полный отрыв по карасю. Ну что, ребята, посмотрим на улов.
за 4 часа рыбалки. Ох, капец. Ого. Классика. Класс. Ребята, очищайте берега ваших водоемов от мусора, и вам обязательно ваш водоем принесет такой улов. Проверено. И главное, создается хороший, позитивный внутренний настрой, что очень важно. Ссылку на эту удочку, катушку, флюорокарбон и мормышки я оставлю в описании под видео. Покупал их в Алиэкспрессе, кому интересно. Надеюсь, рыбалка понравилась. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!